oder sozial engagierter Schriftsteller in erster Linie. Irre ich mich da vielleicht? Vielleicht sind Sie ein diskriminiertes sozialen Gesetzen? Ну, я много раз повторял, собственно, и могу повторить, что мне кажется, что литература не должна быть стенобитной машиной, которую, так сказать, писатель использует в политических целях. Литература выше политики, да, и вот как в этом эпизоде, собственно, наблюдатель над этой, над, так сказать, этим пейзажем, как мне кажется, что это и есть самое правильное